Россия пройдет новое испытание, уничтожит и разоружит неонацистов, подняв над миром знамя света, добра и справедливости. Сегодня в республике прошло очередное патриотическое мероприятие в поддержку специальной военной операции на территории Украины, ЛНР и ДНР. Как и где проходила акция, расскажет Алла Качиева. Патриотический митинг-концерт «Своих не бросаем» смело шагает по городам и районам Карачаева-Черкесии. Сегодня артисты Прикубанского районного отдела Дома культуры посвятят свои лучшие песни тем, кто выполняет важную миротворческую миссию – солдатам, которые участвуют в специальной военной операции на Украине. За Россию, за президента, за наших. Около 500 жителей Прикубанского района с плакатами, флагами России и Карачаева-Черкесии прибыли на площадь имени Ленина в поселок Кавказский, чтобы принять участие в патриотической акции. Их всех, как и миллионов россиян, объединяет желание поддержать национального лидера Владимира Путина и проходящую специальную военную операцию на территории Украины, ДНР и ЛНР. На ум приходит с началом всех этих печальных, ужасных событий приходит только одно. Пусть все военные мира останутся без работы. Пусть на земле будет мир. Люди, которые о войне знают не понаслышке, они против войны. Пусть все благополучно и поскорее закончится. В великой стране крепким традициям, доблести и отваге людской не страшны испытания. Где бы Россия ни поднимала свой праведный меч, она всегда отстаивала право народа жить в мире и согласии. Память погибших, которые сражались с неонацистами, почтили минутой молчания. Через новые испытания, через дым и пламя сражений вновь идут солдаты, заслонив свой народ, своих братьев и сестер из Донбасса, круша неонацистов. А мы, жители, верим в непобедимую силу единства, говорили собравшиеся. Мы с вами, пусть не плечо к плечу, но мы поддерживаем вас мыслями и молитвами. Вам выпала сложнейшая задача защитить неприкосновенность нашей страны и наши традиции, традиции мира. Российский народ своих не бросает. История подтверждала это не раз. Эта акция – свидетельство того, что невозможно истребить духовное богатство и великие традиции народа. Алла Качиева, Расул Бердиев, Вести, Карачаево-Черкесия, Прикубанский район.